Запорожские патрульные полицейские впервые применили оружие. Вчера вечером в управление полиции позвонили жители Днепровского района. Сообщили, что в одном из частных дворов слышны крики. На месте правоохранители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Вел он себя агрессивно. Сначала запустил полицейских кувалдой, а затем взялся за топор и направился по патрулю. После предупреждения полицейские выстрелили из табельного оружия и ранили нападавшего в ноги. Мужчину вызвали скорую, и после оказания первой помощи отправили в больницу. По факту применения оружия проводится проверка. Патрульні попереджували його неодноразово про те, що вони можуть застосувати вогнепальну табельну зброю. Чоловік не реагував на їхні зауваження і тому було прийнято рішення зробити постріл. Тим самим чоловік не припиняв своїх спроб напасти на патрульних. І згодом патрульні зробили ще один постріл, влучивши ще в одну ногу.